Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA 4. Нико прибывает в Liberty City, часть вторая. Hey, Nico, it's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry, I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. Надоело, может, how about заеду I pick you up from your apartment? That sounds good. До встречи. See you soon. Значит, симпатия тут у некоторых появилась. Значит, говоря, в прошлой серии, которая вышла уже давно, я давно ролики не делал. Потому что сейчас вообще нисколько не хватает времени на это. Экзамены, блин. А все время отнимают. Ой, блин. Тихо. Нико Блэддер приезжал на спортивной площадке под линией. Что ему нужно? Понятия не имею. Что-то ему нужно. Он так бесился, ты слышишь? Ладно, парни, давайте будем благоразумны. Опа! Возможно, мне придется прервать свидание. Роман, кажется, попал в беде. Я чувствую, что Роман в опасности. Я думаю, его надо спасти. Мишель, прости, но я должен задержаться. Тьфу ты. Стой, куда ты врезаешься? Включить GPS. Да. В GTA 4 есть GPS, мобильный телефон. В общем, очень круто. Ой, это его тачка стоит. А я приехал на его тачке как раз таки. Опять вы здесь! Те, кто компьютер сломали. Послушай, Дардон, мы просто не поняли друг друга. Черт, вот он. Держи толстяка, а я поговорю с этим. У нас проблемы с твоим братцем. Я говорил вам прекратить, но теперь уже поздно. Так, сейчас... Я хорошо драться умею, я тебе сейчас... подам хороший урок. Как вы видите, я первую серию назвал, ну и эту тоже. Типа первый сезон, первая-вторая серия. Я решил прям как сериал вот так вот GTA попроходить. Потому что мне реально очень нравится сюжет в этой игре. И... иди сюда. И прям как сериальчик тут сюжет. Такие события прям крутые. И вот я решил вот в таком формате вот так записать. И чтобы действительно было немного похоже на сериал, буду, наверное, изображать эмоции некоторых персонажей или еще чего-нибудь озвучивать, субтитры и так далее. Ты в порядке, брат? Да, нормально. Долбаные вышибалы. Еще хоть один из бандитов пытается. Вот он, Тардана.
Давай, моя машина там. Мы должны его догнать. Давай, ты за руль. Я что-то не могу. Скорее, едем. Давай, Роман, быстрее. Он едет. Едем. Капслок не буду нажимать, потому что мне иначе едут. Размер будет меняться, будет все время. Мы вместе Нику им покажем. Ты смотри, какой маневренный, а. Читать эти субтитры сами мне сложно очень. Читать их, когда я веду машину. Ой, маневры какие делает. Сложно так его поймать. Поворачивает там, где мне неудобно. Прям. Пистолета, жаль, нету. Вот такой вот фургончик я бы хотел бы взять. Твой брат нам должен денег. Да неужели? Ой, у него нож. Ты сволочь. Прощай, ты. Отморозок. Вот что мы должны тебе. Больше ничего. Приятного тебе купания в озере. А он был ножом вооружен. Это было нечестно. Но, тем не менее, он меня не задел своим ножом. Дарвин тебе больше не... Дардан тебе больше хлопот не доставит. Отлично, едем в таксопарк. These Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgarin. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Thank you, cousin. I'll see you later. Сохраняемся, да. О, смс-ка от Мишель. Нигде тебя не могу найти. Что случилось? Ты связался с плохими людьми? Понятно. Понятно. Ладно, пора ехать, Мишель. Капот отвалился. Ну, Мишель, извини. Спасти своих родственников-то поважнее свидания. Первое свидание. Постепенно вы найдете себе друзей и подруг. Вы можете проводить свободное время вместе с ними. Например, ходить в рестораны. О, малыш Джейкоб.
участвовать в играх, смотреть выступления гомиков и так далее. Идет загрузка, подождем немного. Конечно. А, нет, вот это смотреть нам не надо, потому что ничем это хорошим не кончится. Иду. Кто там? Это Нико. Привет. Я как раз заканчиваю с прической. Заходи. Через минутку я тебе присоединюсь. Ты недавно приехал? Нет, а что? У тебя все вещи новые, с некоторых даже ярлыки не сняты. А, ну да, я люблю порядок. Это видно, вещи все равно новые. Да, в некотором роде помешано на чистоте. Вещи начинают раздражать меня, и я их выбрасываю. Что-то вроде невроза. Ну так, куда ты меня повезешь? Ты отлично выглядишь. Thanks. О, спасибо. Ну, не знаю, я тут новенький. Я думал, может, нам сходить в Луна-парк? Yeah, great. Let's go. Обожаю Луна-парк. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Так себе тачечка у тебя, конечно, хотя я седаны не люблю. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? Huh. He's made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really, he is a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Ой-ой-ой-ой-ой. Дебил. Хоть бы сигнал поворота включил. Шо, хоть тут не надо вызывать все время гаишников. Когда попадешь в ДТП, блин. Да и за красный свет даже нарушения мне не ставят. Нико-парк не работает? Я думаю, что они собираются... О, там дорожка для боулинга. Пойдем сыграем боулинг. Пойдем поиграем в боулинг. Я просто обожаю боулинг. Да, я реально люблю играть в настоящий боулинг. Спасибо, вытащил меня туда. Надо. 100 лет не гуляла. Я думал, что... Ты оказал мне услугу, согласишься пойти погулять? Ты ведь мест... Да не, я не из Либерти Сити, я приехал из других мест. Откуда? Со Среднего Запада. Вполне возможно, что у тебя есть здесь больше знакомых, чем у меня. Только если придурков-то всяких. Чтобы сыграть, пройдите на свободную дорожку. Немного... Какая-то немного пошловатая картинка. Символа этого боулинга. И почему здесь все розовое? И огонь, бля. Эх, жалко, что не страйк. И бум. А, спел. Be a lot worse.
Обращаю ваше внимание, дорогие зрители, на канал It's Time. Если вы любите те самые упоротости, такие как школьные дневники или что-то подобное, то этот канал специально для вас. Также этот канал является вторым каналом автора канала Live Today. На этом канале Live Today разные люди, группа людей проводит эксперименты, очень прикольные эксперименты, часто связанные с копейкой, ну копейку они взорвали уже, с Nokia 3310 и многим другим. Советую заглянуть на оба этих канала и подписаться так же, как и я. Вы выиграли, наконец-то. А, ты хорош, Нико. Это было весело. Отвезешь мне домой? Конечно же. Отвезу тебя домой. Пойдем. Вернитесь в машину, Мишель. Только эта машина повреждена уже немного. Давай побежим, а то я не хочу долго ходить. А ты говоришь, у тебя много знакомых, Liberty City. А как же кавалеры, бывшие мужья и все в этом духе? Нет, иногда мне кажется, что замужем за... Пропустил. Да ладно, я первый спросил. Я работаю с Мэллори. Но чем именно ты? А с тобой не просто разговаривать-то. Видимо, ты не привык разговаривать с американскими женщинами. Похоже на то. Машину бы, конечно, починить не мешало. I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Стой, заносит. That was nice. Все было здорово, мне и правда хотелось бы really сейчас yeah, да, было бы отлично, я тебе позвоню. Do, уж будь добр, увидимся. Лайк от Мишель. Теперь вы можете иногда встречаться, и она сама будет звонить. А иногда можете и вы. Так, тачка Романа сохранилась. Давайте отправимся на следующее задание. О, прохожий. Давайте прохожим, поможем. Как дела? Хорошо, большое спасибо. Хорошо, да, товарищ, мне все хорошо. Прогу говорит о нас. Это вся славная система, товарищ. Прости. Ты прощен, товарищ, ты прощен. А теперь ступай на рудники и добывай суп. Ты. Я богатый. Дружок, я молод, богат, я обдолбан. Знаешь что, держи сотню баксов. Так, и за что? Этот кок, что надо. Никакого задания мне не дали. Отлично. Да ладно, сладенько. Забудь об этом ничтожном, жирном. Лад, замолкни. Но он же и прям ничтожество. Раб, а ты королева. Кстати, о рабах. О, привет, Нико.
Где Роман? Хороший вопрос. Эй, деревенщина, твоего тупого братца тут нет. Иди сделай мне кофе. Что? Принеси мне кофе! Ладно, я сам принесу. Что будешь дальше меня зырить? Выколю тебе глаз. Превосходный этот парень. Не приставай ты к нему. Он совсем недавно сюда приехал. Это заметно. Ты что, из 85-го года к нам пожаловал? Отлично. Хорош пялиться на меня. То есть я знаю, что я круто выгляжу, но правда, достал уже. Привет, Мэлори. Здорово, чувак, привет. Влад, мальчик, в чем это такое дело? Румочка, ты скажи мне, в чем дело? Отличный лосьон после бритья, как называется. Нет, у меня были, ну, часть их. А потом эти албанцы, с которыми пообещали разобраться, пришли и разбили мой компьютер. Выходит, что я виноват? И я такого не говорил. Отлично. Как бы то было, Нико с ними разобрался, сломал руку Дардану, еще парочку взглянул. В общем, мы преподали им хорошую руку. Вот как, вот что я тебе скажу. Пока ты не заплатишь, вы с Нико окажете мне парочку услуг. Конечно. Хорошо, почему бы и нет. До скорого, Влад. Что? Телефон звонит. Да. Не, не могу. Мой двоюродный брат это сделает. Да, он умеет водить, но он не полицейский. Его зовут Нико, он сейчас подъедет. Нико, брателло, неудобно просить тебя, но ты не могу подбросить Жермена, моего клиента. Он родом с Холма на камеру. Да какая нафиг разница? Что вообще такое? Нико зашел за тобой, Влад велел ему сделать чертов кофе, а Нико не захотел. Кофе? О чем он только думал? Я не знаю. Это Мэлори. Симпатичная девушка, я вам скажу. Так. Автомобиль Романа снова как новый. Это очень хорошо, блин. Но я хочу себе личный автомобиль. Я хочу себе фургон. Надеюсь, мы его добудем когда-нибудь. Так, клиента подбросить, он нам сказал. Хорошо, сейчас подбросим. Подъехали. Спасибо, что приехал. Можешь отвезти меня на Мастерн Стрит? Шамейн? Ой. Ой, я случайно вышел. Я вышел случайно. Извини. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies' man cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Been here in Liberty City is just making them dirty. Такое, а? Okay. I gotta pick up some hot parts for my locker. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled enough already. Дверь не должна быть открыта. Подожди здесь, я подойду, посмотрю. Если вас заметили за совершение преступления, на вас начинает охотиться полиция. О, боже. За мной идут копы, вытаскивай скорее нас отсюда. О, боже, две звезды розыска. Это... Как они так...
А как они так сейчас стояли и ехали одновременно? Что это было вообще? Так, это первое. Это первая встреча с полицией. Надо от них оторваться. Нужно быстрее. Звезды серого цвета означают, что вас потеряла полиция. Если она вас видит, то не привлекайте себе никакого внимания. Серые звезды. Понятно. Потеряли они нас из вида и все, перестали нас искать. Хотя полицейские в реальной жизни так не делают. Они ничем не... Они ни на чем не останавливаются. О! Это же автомобиль Хамми. А вот еще один. Здесь он называется Патриот. Вот все люди умеют. Крутой прием уворачиваться. Ладно, мы приехали, спасибо. Смотрю за Романом, ладно? Если полицейские не видели, как вы заезжаете в автомастерскую, вы можете перекрасить ее. И тогда они прекратят вас искать. В игре пройдет 3 часа, машина будет перекрашена и отремонтирована. Давайте займемся этим делом. Выполним еще одно задание, хватит мне. Покраска за счет мастерской. Я отвез твоего друга туда, куда он сказал. Отлично, ты молодец. Но сейчас не могу говорить. Давайте выполним еще одно задание, их хватит на сегодня. И так уже, наверное, много времени потратили. Приехали. Дуй в город! Дай мне положить, что на мосту пробка? Ты водитель такси, алло! Алло, корпорация Романа Беллика. Нет, мистер Беллик вышел из офиса. Что ему передать? Ладно, отлично. Нет, я не гей. Да, я передам. Машина 7, отправляйтесь к южным склонам. Эй, Мохаммед, куда ты запропастился? Алло, офис Романа Беллика. Черт, этот аккумулятор, полное безумие. Капитализм — грязное дело. Да, что, прям как война? Не совсем. Нет, пожалуй, нет. Когда ты мне расскажешь об этом нормально? Я не собираюсь осуждать тебя. А, может, у тебя когда-то и будет время. У меня сейчас есть время. Другой раз. Мне помощь нужна. Хорошо, поезжай и подбери моего друга, малыша Джейкоба. Он хороший человек. Правда, любит курить, он на Авеню. Нику, дружище, нам нужно будет как-то поболтать. То есть, болтаем еще. Мохаммед, где эти черти? О, мисс Вайснет. Нет, я не вам, я... Чем я могу помочь вам? Подберите малыша Джейкоба. Это наш новый друг будет. Он будет часто появляться в игре. Так, едем. Садись. Чувак с косой. Ладно, братан, дуй на Диллон Стрит в Шотлер. Поезжайте в Шотлер.
Ты Нико, тот чувак, о котором постоянно следит Роман. Братец Нико, который поможет Роману бросить мир к его ногам. Лежит тут. Видимо, да. Уважуха тебе. Так, лады, нам нужно сейчас кое-куда сгонять. А ты меня подождешь, окей? Возьми-ка ту вещину. Если услышишь, где труба, что ты переживаешь? Я умею обращаться со стволом, так что если хочешь... Ты реальный пацан, брат. Спасибо, уважу. Блин, я отвлекаюсь от дороги. Ой, сейчас нам пострелять придется немного. Так, стрелка будет там. Поглядывай вверх, если что. Не проблем. Все оружие, которое вы подбираете, остается у вас. А что я подобрал? Пистолет. Круто. Очень пригодится. Да, и вот как меняется оружие. У меня есть только пистолет и ничего. Ой, не хотелось бы отсюда упасть. Выберите оружие, которое вам дал малыш Джейкоб. Да, вот выбрал. Выбрал. Чтобы вас не заметили, пригнитесь. С этой позиции вы будете стрелять точнее. Вот. Пригнулся. И чё? Опа! Кто идёт? Чё за дела? Я думал, от вас приедет только один. Джейкоб, мы типа решили преподать плохишу урок. Ах, вы... Надо в голову им стрелять, чтобы они подыхали быстро. Хорошо постреляли, блин. Ихнее оружие подобрать можно. Берегись, вон там еще один. У них можно забирать оружие и деньги. Отвезите Джейкоба в кафе. А куда я поставил свою машину, я забыл. Туда. Так, полиция, я надеюсь, они не знают. Хотя, уровня розыска нету, значит не за нами. Вот мой номер, скоро увидимся. Спасибо за все. Ствол себе оставишь. Думаю, ты с ним лучше обращаешься, чем я. Здоров, Раста. Нам надо побазарить. Пойдем. Наконец-то. Теперь, наверное, мы закончим. Знаете, куда мы сейчас заедем? Ставь. А, вот так надо ставить. Я отвез Джейкоба туда, куда он просил. Знаешь, что их клиентов оказывается не так уж скучно возить. Прикольный парень, с ним скучно не бывает. Спасибо. Кто это? Йоко,
Деревня, брат жердя, это Влад. Влад, не знаю такого, извините. Тупая деревня. Шевели извилинами. Твой двоюродный брат должен мне кучу денег. Если не хочешь, чтобы я отложил ему жизнь, приезжай в бар. Есть работа. Этим мы в следующей серии с вами займемся. А сначала я хочу купить себе новые очки. Вот эти возьму. Да не эти. Вот эти. Что еще? Ну как же, Туха? Нормально, своим ходом. Слушай, ты не мог бы мне помочь кое-чем? Я как раз бы хотел бы чем-нибудь заняться. Увидимся. Сначала подрыхнем. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы обязательно ему поставьте лайк. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на мой канал. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока.